Всем привет! Удивительно, рядом мы в игре Dying Light 2, и загрузились мы почему-то внутри завода, который мы запустили, но тут ничего не происходит плохого. И нам нужно идти в Рыбий Глаз. Я опять не продал вещи. Здоровье. У нас 200 выносливости уже. Не понял. Ну ладно. А интересно, а здоровье, если мы повысим, у нас сопротивление повысится? Вот это. А его можем? Сопротивление 6.14 сейчас. Не можем. Значит, оно как следствие, видимо, того и другого. Торговец здесь, но да ладно, уже не буду опять время занимать. Хотя, может быть, после загрузки у него появились аптечки. Появились. Факел. Я один возьму. Ну, в смысле, один пучок. Растение у него не продается. Электроника продается всего за 9 рублей. То есть мы можем не жопиться и делать улучшения. Поставлю пока слабенькие, потому что они нам... Новые, которые сильные, на секунду быстрее хилятся, которыми пригодятся в тяжелый момент. А сейчас мы просто бежим. А этот так и дежурит здесь. А, вот как было задумано. Ну, куда-то туда бежать. 400 метров. Интересно, как выглядят ночные полеты. Это очень плохо бежать вот так, потому что... Контейнер с ингибиторами. Да ладно. То есть... Не можем, да? Я хочу час пути проделать. Извините, что я не включил вам свет. Пока не могу что-то далеко летать, вон там еще одна. И крикун. Это было бы что-то. Электричество для всего города, представляешь? Может, запущу и другие. Ну, можешь просто не дать переработкам их все заграбастать. Рядом контейнер с ингибиторами.
27, 26, 25. 19. Контейнер с ингибиторами. Я понимаю. Хочу. А, он прям подо мной где-то. Лежал с одним. Ну понятно, потому что без этих тяжелит настройщика какой-то еще не, потому что без трудностей. Однако это что за такое место хорошее, рыбное? Я так понимаю, водка старого мира, мы ее продаем как обычный. Расходник. Мне кажется, пожар это в переносном смысле, то есть у них что-то там случилось. Чистящее средство. Ага, значит, все-таки моетесь. Должны допрыгивать. А на этом я, интересно, вниз упаду или туда? Чему-то ударился. Город какой-то не дружелюбный. Лапками цоп! Фигеть можно. Откуда бежать? С флажка, надеюсь. Я где вообще? Я пошел посмотреть, что за шум. И вдруг заметил какого-то странного чувака, слоняющегося. Я в рыбном глазу уже, что ли? Я уже к нему так близко был, что меня сюда... Почему ты да, это вон сказал? Рыба. Тогда я не так нервничаю. Ну, это, конечно... Темная зона — это обязательно? Экономит, но... Ты обещал. Верно. Я и запрыгнул пинчу. Кроме Фрэнка. Зачем ты так о нем говоришь? Спасибо. Кем бы он ни был раньше, тебе это будет. Сейчас. Пинчу. За мной приударить? Это, наверное, должно у нас какое-то впечатление прям производить.
пивнушка, заблеванный пол. Луан? Грязище везде. Луан, слышишь? Луан. Надо осмотреться. Встретись. Извини. Вдруг все. Здание, рекламные щиты. Привет, я ищу Луан. Не знаешь, где она? Только была здесь. Бу. Шею не свернул? Славно. Что, смешная шутка какая-то была? Это я не он? Понял. Гаджа, о котором ты говорила? Данил, я много о тебе слышал. Я вообще вас не слышал ничего. Да? Хорошего или плохого? Иногда слишком хорошего, Гаджо. Но я вижу, Луан, ты по душе. Если ты тронешь ее пальцем, сделаешь ей больно, маленький засранец, я найду тебя, прирежу и скормлю. Вы переставайте сами с собой разговаривать. Заткнись, идиот. Я ему не доверяю. Он чужак. От них одни неприятности. Ой, какие же... Ты что, ревнуешь, Даниэр? Мы не были вместе, понял? Расслабься. Какие же персонажи. О чем ты говоришь? Действительно, вообще о чем? Что друзья Луан мои друзья. Даниэр говорит, что для подачи электроэнергии нужно включить другие подстанции. Электростанция работает, но вот кабели уже никакие. Угу. Атрофии маскулара не иструиды. Мышцам нужна тренировка. Пойдем. Комната Фрэнка вон там. Сначала разберемся, зачем Вальц вообще включил свет. Рад встрече, Гаджо. Будь осторожнее. Я посмотрю словари это слово, потом тебе дам этим словарем типа по голове. 11 лет прошло с тех пор, как химическое оружие убило почти всех в городе. Давай. Он сказал, не мышцам нужна тренировка, а мышцы без работы атрофируются. Мы идем. Еще о Фрэнке. Видишь этих людей? На полу, которые валяются. В другом месте они вцепились бы друг другу в глотке, но они здесь. Ишь ты, что там в углу происходит? Здесь они ведут себя собрано и спокойно. Из-за Фрэнка. Он был ночным бегуном, и его уважают. Здесь все ему обязаны. Включая меня. Если бы не он, я была бы не здесь. Я все понимаю, почему полы не моете? В темной зоне, кусакой. Или в притоне, обдолбанный. Фрэнк поможет нам. Ты тоже можешь на него рассчитывать, поверь. Готов? Вперед. Who is fucking Элис? В смысле, Фрэнк. Ты меня не наебешь, Рик. Фрэнк! Они перебили нас. Одного за другим, как ебаных кроликов. Можно было предположить. Фрэнк, это я. Проснись. Ты какого хуя тут делаешь? Мешаешь мне поговорить с... Рейвик давно умер, Фрэнк. Соберись. Даже прическа похожа на одного из... И кто это? Королева ебучей Англии? Стримеров. Я что, должен раскланяться? Это Эйден. У него есть ключ доступа в ВГМ. Это им Вальц включил электричество в городе. Рабочий ключ ВГМ? Пиздишь. Покажи ему. Ой, да, сейчас вот прям все брошу и начну показывать. Где взял? У одного из людей Вальца. Значит, ты человек Вальца? Полегче, Фрэнк. Он на нашей стороне. Мы думаем, что на нем есть данные об экспериментах в больнице. А, так ты еще надеешься узнать, почему Вальц испоганил тебе детство? Ладно, я скажу тебе. Готово. Потому что он сраный псих. Ёбнутый на всю башку. Объяснение, это которое ничего не объясняет. Это твой святой Грааль и ковчег завета в одном флаконе. Довольно? Это тебе довольно уже. Эйден, да? За что тебя уважают, интересно? Теперь вам, Слоан, лучше съебать отсюда нахер. Я должен подумать о более важных делах. Да мы уже уходим. У нас бы все получилось, если бы этот мудак пришел к телецентру. Ты был прав, Рейвик. Сраный предатель. Без него мы были как дети, вышедшие с рогатками на танки. Мы не закончили, Фрэнк. В нем информация о том, кого я ищу. Надо как-то ее прочесть.
Это сраный ключ, а не дневник. Им можно открывать двери, включать электричество, но сам по себе он бесполезен. Его нужно куда-то вставить. Я б сказал, куда тебе его вставить, но лучше свали. У меня от тебя башка трещит. Рейвик, ах ты ублюдок. Почему ты пошел на это задание? Все пошло не так. Столько людей, столько замечательных людей. Спасибо, что его боком показывают без мимики. Слышал, Луан канав. Говорит, только ты сможешь помочь. Мы еще не закончили. Луан что только не несет. И знаешь что? В основном всякую хуйню. Она больше похожа на меня, которую я подобрал на улице. Ясно? Не веришь мне, ее спроси. Она сама тебе все расскажет. Толку-то от попадания на этот этаж. Мы были в куче дерьма. Ничего не вышло. Может, эта башня никогда не была и не будет захвачена, понимаешь? Мы все, блядь, сыграем в ящик, и тогда будет круто. И ты тоже заткнешься. По-моему, сейчас будет небольшая драка. Хотя бы узнаем, про какую башню речь. Я не для того проделал весь путь, чтобы ты вот так меня отшил, Фрэнк. Ты проделал весь путь, чтобы поговорить со мной? Да мы тебя услышали минуту назад. Пара-пам. Впервые. Поздравляю. Ты еще больше неудачник, чем я. А теперь съебись уже отсюда. Видишь, Рывик, он способен раздражать меня почти так же, как ты. Заткнись! Тебе слова не давали! Блять, Рейвик! Перестань извиняться за этого предателя и отрицать итог! Ну, если будет драка, мы хотя бы его слегка в чувство приведем. Мне он не нравится. Фрэнк, стоп тебя! Вернись! Отъебись, малыш. И раз уж съебываешь, захвати с собой Лан. Все, я закончил. Луан, мы здесь закончили. Пошли. С этим ключом Вальц врубил электричество впервые за 15 лет. И не думаю, что он это сделал по доброте душевной. И тебе похеру? Фрэнк, соберись! Ты был легендой, командиром, блядь, ночных бегунов. Ты вообще это помнишь? Тот Фрэнк умер, Лан. Он погиб с другими у телецентра. Нахера Вальцу включать электричество? Установка какая-то. Не спрашивай, я не знаю. Но если ты ищешь базу данных ВГМ, тебе нужен терминал, чтобы получить к ней доступ. Дело в том, что я не знаю, где его искать. А те, о которых я знал, наверняка не работают. Но они в стандартных местах устанавливались. Хорошая новость заключается в том, что, наверное, скоро мы все умрем. Надеюсь, не скоро. Будем. А теперь съебитесь из моей квартиры. Чёртов алкаш. Согласен. Ты слышал? Твою мать, что-то случилось. Посмотришь? Я тебя прикрою. Похоже, атака. Нам нужна помощь! Где же миротворцы? Всем подразделениям. Ренегаты в Central Loop. Повторяю. Ренегаты в центре. Окружают рыбий глаз. Так и есть. Кто-нибудь слышит? Была. Прием. Выходите, крысы, вылезайте! Или мы сожжем эту старую халупу! Следуйте за Луан. Эй! Один усов! Догоните и убейте эту шваль! Да почему я не пинаю их? Готовься! Это что такое? Сейчас, так, минутку.
Не то. Да как еще раз? Они пушку поставили на здание. Я нашел два лекарства. Разберись с ней. Еще одно попадание, и рыбьему глазу конец. А этому я могу помочь как-то? Я здесь могу как-то залезть. Почему они бьют быстрее, чем я? Сейчас я быстрее ударю. Ты что делаешь? Пронесло. Эйден, тут еще ренегаты внизу. Давайте ко мне, парни, я не могу к вам прыгнуть. Почему-то. Там лестница была. Дайте на лестнику, парни. Ничего себе. Стесняюсь спросить, а вы что делаете, вот пока я тут бегаю? Ha ha ha!
заколебал хрустеть. Но, видимо, как-то придется. Секунд. Я вообще не понимаю. Даже приблизительно где тут может быть проход наверх. Вон лестница, по-моему, наверх. Ну. Тут надо просто знать, сейчас будем бегать, пока не найдем вход. Зараженным сидеть, чем смирно. Я стесняюсь спросить. А светло-то почему? Можно как-то? А, вот она была. Бег. По стене. Картинка. Да ты будешь издеваться надо мной, что ли? Давай вниз. Еще одна где-то. Я только разминался. Я не промахнусь. Что с ним произошло? Почему он бросил парашют? Ой, какая же игра интересная. Идите колотить, и мы опять здесь. Ну, не очень-то с какой пушки начало? Туда просто не долетаю. Значит, надо искать внизу этот крюк. Просто бегать вокруг дома, больше никак на это не попадаю. Да залезь ты!
меня будет стрелять, но мы успеем. Готово! Они уже внутри! У них Фрэнк! Я думал, что ты сильнее! Забаррикадировали! Мне не пройти! Сука! Уже иду! 30 секунд! Раз, два. Отпусти его. Дернешься, он труп. Отпусти его. Стреляй. Эйден, берегись. Мы тупой, глухой, но больше тупой, конечно. Куда ты? А ты кто? Все в порядке? Проверьте, есть ли раненые, и позовите медиков. И убедитесь, что в округе не осталось ни одного ренегата. Да, командир. Ты, командир. Ты в порядке? Джек Майт. Ну что, Фрэнк? Ты оружие ты просто как? На пол бросил? Я все видел. Как тебя зовут? Эйден. Если бы не ты, погибло бы куда больше. Давайте, парни, обыщите район. Сэр, у меня вопрос. Мы ищем базу данных ВГМ. Почти все их устройства не работают уже много лет. Зачем вам эта база данных? Надо подправить там кое-что. С вашим опытом в городе, вы должны все знать об объектах ВГМ. Нам с Эйденом нужно найти эти данные. Поможете? Луан, это твой друг? Эйден? А не видно, того? Что я тут всем никогда друг тебя убил не после слышал, сегодняшнего Эйден. Откуда вечера? Ты? Я Пилигрим. Я пришел из-за стен. Значит, ты многое повидал. Наверное, бывало в старом Велидоре, да? У меня ретроградная амнезия, что вы ничего хотите не знать? Помню. В последнее время там все сложно. Мы потеряли своего командира, и базарные пытались отрубить нам электричество. К счастью, это им не удалось, мы удержали позиции. Но бои продолжаются, мы теряем людей. У меня также нет связи с отрядом нового командира Айтера. Знаешь о них что-нибудь? Да. Мы нашли Вальца, но он одолел нас и сбежал. Что? Где? В туннелях у автозавода. Вальц разбил отряд Айтера. Я едва смог улизнуть. Я не должен был их бросать. Ну, еще одно. Нужно выяснить, что происходит. Один алкаш валяется. Что касается оборудования ВГМ, поговори с лейтенантом Роу. Если что-то еще и работает, он об этом знает. Его взвод охраняет остров Калверт и район Нью-Даун-Парка. Но из-за нападения мясника мы вырубили рации. Так что придется отправиться к нему. Передайте ему вот это. Что это? Приказ. Для него и других отрядов. Пошли, парни, уходим. Давай наружу. Поговорим. Чего наружу? Мне тут надо еще общупать. Кое-кого. И на полу лежит железяка. Пустите. Аптечка. Чертеж мастеров Орион. Шоковые стрелы. Животные. Жадные. Нам что-то, кстати, сразу в руку всунули. Нет. Лук. Лук. И у него нет прочности. Хороший сантехник может сделать из трубы все что угодно. Но не лук же. Ладно. Посмотрим. 16. Сразу на выброс. 17, 27, 14.
Ну это с искрой мачете, ладно. Да на искра раз 100 лет. Попробуем кого-нибудь продать. А где люди-то? Ты чё? Паника сожрала вообще всех. С какой стати они атаковали закусочную? Это была последняя нейтральная зона в городе. Бред какой-то. У нас тут место появилось наше где-то. Как, черт подери, сюда попали ренегаты? Должно быть, кто-то из гражданских нас предал. А, я тут не смогу выстрелить, я хочу попробовать. Пока вот так. Где ты научился так драться? Где? Когда был по фильмам с Джеки Чаном. Выбора не было. Во время странствий, да? Ты когда-нибудь задумывался, как они сделали нас такими? Кто они? Сильными? Скорее, ебанутыми. Ну да, ебанутыми и сильными. Может, выясню, когда найду Мию. Что дальше? Роу может знать, как получить доступ к этой чертовой базе данных. Вот. Отнеси ему этот приказ. Только не потеряй, или Джек спустит с меня шкуру. А ты что? Я присоединюсь, но сначала мне нужно к Фрэнку. Ты его видел. Он еле держится. Он спит, наверное, как свинья сейчас. Значит, от Фрэнка особой помощи мне можно не ждать. Ты не знаешь, о чем говоришь. Он был ночным бегуном. Хотя теперь, когда напьется, он даже не может правильно это сказать. А бегуны не пережиток истории? История повторяется. Во благо или во зло. Но легенды нет. Говори, что хочешь. Я верю, что когда время придет, если время придет, Фрэнк будет на высоте. Кто знает, может, он предложит и мне вступить в клуб. Алкоголиков анонимных? Очень на это похоже. Джек, командир, доверяешь ему? Джек Мэтт? Умный мужик. Но он немного самовлюбленный. Да вы все самовлюбленные. Ну, он всего лишь майор, но сам себя называет командующим. Но он рассказал нам, где Роу, и дал шанс найти терминал ВГМ. А на остальное плевать. Что насчет этого Роу? Знаешь его? Роу? Слишком хорошо знаю. Он отличный командир. И ебанутый. Почему-то многие говорят, что мы с ним похожи. Однажды Джек отправил его взвод в место, которое оказалось темной зоной. Люди запаниковали, и, возможно, они бы не выбрались оттуда. Но Роу не растерялся. Он приказал всем отойти назад и начал стучать палкой по бочкам, привлекая этих уродов. Это был самоубийственный план. Но главное... По бочкам стучать? Это был план. Его бойцы снова смогли собраться. Если бы ночные бегуны еще существовали, Фрэнк точно бы его взял. Окей. Хорош. Хорошо. Начни с острова Калверт. У миротворцев там застава. И будь на связи. Принято, партнер. У тебя память как у рыбки. Сказано, тебе рацию отключили. Включение электропитания полностью изменит ситуацию. Задача обновлена. В зонах с ним станет безопасно. Всего 300 метров и день на дворе, который обещает быть удачным, но здесь я не вижу ни одного торговца, чтобы скинуть мусор весь. Они куда-то выжили, выжились все отсюда. В следующий раз побежим уже на заставу миротворцев. Теперь проклятые ренегаты. Кое-как отмахались. Надо учиться летать. Пожалуйста, вставай. Нам нужны все свободные руки. Дорогой, пожалуйста. Не ты, а вы. На этот раз миротворцы порядочно разозлили ренегатов.
Проблем не избежать. Чудовище! Вы убили его! Как мне жить дальше? Я в это не верю. Это бред. Просто бред какой-то. Нету. Потом, видимо, очухаются. В общем, в следующий раз бежим на заставу, оглядываясь по сторонам. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго, удачи и всем пока. 300 метров днем, я думаю, мы легко преодолеем. А там уж как пойдет. Без работы нас точно не оставят.